Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня это Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». Николай, добрый день. Добрый день, Анна. Добрый день, все уважаемые наши слушатели. Всем добрый день, всем приятного аппетита. Да, это вот традиционная такая фраза, которую Николай обычно говорит. Я напоминаю слушателям, что вы можете участвовать в нашей с Николаем беседе через форму анонсов. Вы можете задавать ваши вопросы на сайте echokirova.ru, либо через мессенджеры WhatsApp, Viber в социальных сетях по номеру 8-909-720-101-0. Пожалуйста, присоединяйтесь и пользуйтесь. Но мы с Николаем, конечно же, начнем там с главной, я не знаю, можно сказать, что это главная политическая можно, тема или нет? Анна, начну, да. Этот раз я. Начну с очень простой вещи. Аня, я хочу поздравить с днем рождения, который прошел вчера. Спасибо большое. Ты совершенно замечательный человек. Это заодно для того, чтобы меня жесткими вопросами сегодня не мучило. Ну ладно. Типа задабриваю. Я постараюсь, да, особо не издеваться жесткими вопросами. Давайте все-таки начнем с сокращения состава, численного состава ОЗС. Я напомню, инициатива о сокращении депутатов с 54 до 40 человек была озвучена несколько месяцев назад. И фактически на этой неделе или в начале следующей она будет оформлена уже, я не знаю, можно сказать, что будет оформлена в закон, потому что законопроект, который уже внесен в ЗАГС Собрание, будет рассматриваться сразу в двух чтениях. Правда, пока непонятно, будет рассматриваться все-таки в этот четверг, плановая дата, да, ЗАГС Собрание, либо в понедельник, потому что вот пока на сайте ЗАГСа висит перерыв до 2 ноября и рассмотрение этого вопроса 2 ноября. Там просто послание губернатора будет депутатом, видимо, боятся, что не уложится в один день. И принимается сразу в двух чтениях. Ну, то есть, там, непосвященным слушателям, да, мы должны сказать, что принятие в первом и втором чтении означает, что поправки особо там уже и не повносишь. К третьему чтению только косметические какие-то вещи можно вносить, правильно? Все так и есть. Так. Ну, законопроект до такой степени просто сформулирован, что поправить там, в общем-то, что-либо и нечего. То есть речь идет просто о том, что сократить число депутатов за счет депутатов, избираемых по мажоритарной системе, то есть списочников так называемых. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему этот вопрос так горячо обсуждают и почему ему придают такое большое значение. Ведь смотри... Сейчас... Если масочка мешает, можно убрать. Я в маске. Она у меня не то, что она мне не мешает, она просто еще сползает все время. Да? Это, наверное, да, я правда уберу. У меня была мысль, что я просижу в маске, наговорю чего-нибудь, а потом скажу, что это был не я. Так что придется сейчас мазор фильтровать. Сейчас с открытым лицом. Вот да. Я не очень понимаю, почему такое большое значение в законопроекту придают. Ну, хорошо. Ну, я просто говорю, давайте предположим, что предложили бы не сократить, а увеличить, да, сделать 70 человек, да? 35 по спискам, 35 по одномандатным округам. Если у нас сейчас утверждают противники законопроекта, что таким образом создается монополия Единой России, потому что тех, кто идет по одномандатным округам, якобы не победить из-за административного ресурса, да, то будь их 70 человек, 35 человек все равно получается, что возьмут те же самые единороссы. И еще они возьмут свои там даже 20% от списочников, да? То есть получается так, что оппозиция изначально согласна на то, что она будет в Думе в меньшинстве. Почему изначально согласна? Потому что не согласна. Она как раз согласна, потому что она говорит, вот этих списочников никак не сдвинуть. Ой, в смысле этих вот одномандатников никак не сдвинуть. Понимаешь? Они ведь этот аргумент приводят. Ну, они говорят, что не победить из-за административного ресурса, из-за того, что победить на округе одномандатным кандидатам, просто требует значительных финансовых затрат. Мы к этому вернемся, да, затраты, безусловно, требуются, не только финансовые. Так вот, они изначально говорят, что вот эта половина депутатов, или там две, останутся за Единой Россией. Они не говорят, что мы готовы биться с ними и получать большинство. Они говорят, нет, нам дайте меньшинство, но гарантированное, чтобы нас тут было там, по 3-4 человека от каждой партии. Извините, смешно. Через списки. Через списки. Вот просто так, за то, что мы такие хорошие, за списком дайте нам эти места. Давай поговорим про административные ресурсы, про финансовые затраты по одномандатным округам. Во-первых, есть немало случаев в истории уже нашего ЗАГС Собрания, когда человек, не будучи членом Единой России, проходил по одномандатному округу. Вспомни Валерия Николаевича Турула. Вместе с кем он бился? С Ураевым, с Василием Куприяновичем. В его округе, по-моему. В его округе и с ним. Это просто вот то, что приходит на ум.
Какой административный ресурс у Валерия Николаевича Турова? Ну, Валерий Николаевич один такой. Нет. Известный. Почему? А Дмитрий Русских давайте вспомним. Так. Он тоже шел по одномандатному округу. Я сейчас перечислю еще с десяток. Ты зря так говоришь. Марина Сазонтова по одномандатному округу. Слушай, их порядка 10 человек. Это здесь на последних выборах прошел, правда, один всего человек. То есть все победимо, было бы желание. Давай вспомним выборы в Томске. Да, там одномандатные, где там «Единая Россия». Угу. Было бы желание, было бы участие. Теперь к вопросу о деньгах. А без денег нельзя. А как? То есть, если определенные идешь... затраты должны быть произведены на предвыборную агитацию, на работу со штабом и так далее. Затраты в любом случае необходимы. Другое дело, что если я прихожу на округ, где я до этого не бывал, затраты должны быть большие. То есть за год перевернуть. Да? Это очень много нужно потратить. Так, ребята, почему об этом вспоминаете за год до выборов? То есть надо было раньше? Конечно. Работайте в этом округе, понимаешь? Вот есть депутаты, как к ним не относись, да? Вот единороссы, предположим, там Сергей Гущин, да? Или там Владимир Шулаев. Да, Господи, хоть весь административный ресурс против них направь. Они все равно победят. Почему? Потому что они там живут, они работают, они обеспечивают работой людей, хорошей жизнью обеспечивают, хорошими зарплатами. Причем здесь административный ресурс? Они победят, какой бы партии они ни шли. Понимаешь? Но есть округа, где таких кандидатов нет. Таких мало, на самом деле, вот реальных таких. У нас вообще, я посмотрел тут список законодательного собрания перед эфиром, я понял, что некоторых людей вообще не знаю. Кто вы? Да, начинаю смотреть, например, вот нахожу фамилию такую, Букарев. Четыре года работает Букарев Роман Евгеньевич, да, да, член комитета, все. Он давно в Башкирии работает. Он работает в Башкирии, прекрасно руководит каким-то заводом большим. Он числится у нас в законодательном собрании, членом какого-то там комитета. Мы не будем вспоминать там Сергея Раулевича Мамцемлидзе, который тоже у нас числится депутатом, хотя давно уже работает в другом городе на высокой должности, понимаешь? То есть есть такие, скажем так, места в законодательном собрании, которые, в принципе, можно занять. Понимаешь? То есть, но для этого должны быть какие-то прямо неимоверные усилия предложенные. А для этого вообще-то нужно работать с людьми. И все? Конечно, как? Если я, понимаешь, получается так, что я каждые 4 года, 5 лет там работаю на каких-то выборах. Угу. В том числе там, ну, с одной, либо с другой стороны, либо вообще в каком-то теневом штабе. Вот. Я обращаю внимание на то, что люди-то ведь голосуют за тех, кого знают. Вот и все. Если там даже, скажем, уже совершенно кажется человек, списанный из обоймы, да, возрастной, все, но его знают в этом округе. И люди, которые идут там биться с ним, которые пришли так вот, сказали, мы будем у вас избираться, да, мы вас, извините, не знаем, ребята, они за него, за старого проголосуют. Хоть что про него рассказывай. Ну, слушайте, но сейчас-то уже отыгрывать ситуацию невозможно. То есть вот эта инициатива о сокращении числа депутатов носится, вот получается, это говорит о том, что наши партии вдруг вспомнили, что они в своих округах-то не работают. Понимаешь? И опять вот эти люди, которых мы не знаем. Но я бы про всех-то так не говорила. Я не буду говорить про всех. Угу. Те, кто работают в округе, они не боятся за свое место. Чего им бояться-то? Они изберутся. Понимаешь? А те, кто придут вот для этих выборов, да, конкретно там скажут, ты пойдешь по этому округу. То есть новые лица. Трудно, да. Тогда на самом деле нужны большие деньги для того, чтобы успеть за год каким-то образом настроить население в свою пользу. Ну и в том числе урегулировать вопросы с местной властью и так далее, потому что она тоже участвует в выборах, так или иначе, или у нас. Вот и все. То есть, а вот сама эта паника из-за того, что и нам урезают места списочные. Ну, господи, ребята, вот вам, пожалуйста, вот эти вот... Сколько там? 27 мандатов? Бейтесь. Получайте большинство. А потом уже хоть 70 депутатов делайте, когда у вас большинство-то будет. Да, подождите, а если все-таки не получится биться, ну или получится биться, ну с каким-то неэффективным таким, как бы, ну с неэффективными, скажем так, последствиями, да, результата не будет. Понимаешь, я все-таки... Какое заксобрание мы получим? Я все-таки надеюсь на то, что в этих выборах новых уже примут участие не те люди, к которым мы привыкли. Даже вон Государственную Думу собираются обновлять очень жестко, да, то есть, насколько я знаю, пока только 70 человек из прежнего состава планируют по «Единой России» оставлять, а их там, извини, что-то порядка 300, по-моему, да, уж не помню точно. Вот. Я надеюсь, что появятся новые люди. Они могут быть совершенно нам на данный момент, скажем так, незнакомы, но и должны знать уже где-то. Это могут быть какие-то руководители предприятий, какие-то, ну, представители там среднего бизнеса или малого бизнеса успешного, вот. Которые независимо от своей партийной принадлежности могут изменить работу ЗАГС-собрания.
Там ведь у нас, понимаешь, у нас вот этот вот акцент на то, что там все ядросы, там, да, воры и кто у нас еще там, жулики и воры, да? Жулики и воры, говорил совершенно... Алексей Анатольевич Навальный. Да. Это совершенно такое клеймо, оно не относится к большинству людей, которые под этой вывеской работают. У нас ЗАГС Собрание — это орган, не совсем занимающийся представителем власти. Он больше занимается лоббированием интересов бизнеса. Это нормально, потому что у нас нет в стране закона о лоббизме, нет отдельных институтов лоббирующих что-либо, да? У нас все это совмещено. Соответственно, в ЗАГС Собрание, как правило, попадают люди, у которых есть определенные бизнес-интересы, которые нужно отстаивать. Причем надо сразу сказать, что эти бизнес-интересы, ведь они нужны и избирателям. Потому что если, скажем, там председатель колхоза, да, отстоит там определенную дотацию при принятии бюджета, да, и которая поступит в его хозяйство, она позволит хозяйству развиваться и людям лучше жить. По большому счету. Колхоз мы берем в кавычках. В кавычках, да, это может быть колхоз, агрофирма, племзавод там, и какое-то еще другое предприятие у нас, ради бога, есть. Многообразные такие вот представители в ЗАГС Собрания есть. Вот. Поэтому как бы это у нас все равно такая некоторая лоббистская структура. Она менее партийная, чем нам кажется. И вот это все разговоры о том, партия та, партия ся, она очень условная. Мы прекрасно знаем кучу людей, которые... Не кучу людей, но определенное количество людей, которые побывали уже в очень разных партиях. Ну, сменили, да. Сменили там по каким-то причинам. Значит, бейджик свой сменили. Бейджик сменили, потому что, на самом деле, бейджик для них ничего не значит. Им главное быть, иметь депутатский мандат и решать какие-то свои вопросы, да. Соответственно, если даже в той самой «Единой России», которая многим не нравится, да, и мне в том числе, в общем-то, тоже, которая многим не нравится, появятся новые люди, да, то они вполне могут изменить работу парламента. Что мы получим? Как они изменят, Николай, что если есть получим? Такая история, как партийная дисциплина, и люди голосуют за законопроекты так, как им велено? Давай поговорим о партийной дисциплине. Так. Партийная дисциплина в приложении к лоббистскому органу отсутствует как таковая. У нас мы сами прекрасно понимаем, что нет единства в рядах ни одной партии. У нас прямо вот здесь партийная дисциплина, КПРФ, пожалуйста, вот тебе фракция 4 человека, сейчас уже не поймешь, да, там 2 по 2. Раскололась. Вот тебе вся партийная дисциплина. Так. Сказать, что в Единой у нас... России все более благополучно нет, в этом смысле. Ничуть нет. Нет? Если посмотреть, есть многие законопроекты, где даже представители Единой России голосуют по-разному. Есть. Ты когда смотришь, видно же. Ну, может быть, это те законопроекты, по которым разрешено голосовать по-разному? Нет, просто есть принципиальные вопросы, по которым люди, чтобы не сделать ущерб самим себе, голосуют по-другому. Это же, еще раз говорю, лоббистские органы, они политические. Политики у нас в стране нет, ну что ты. Но при этом у Единой России все равно парламентское большинство, вот. Причем такое значительное парламентское большинство. И они, безусловно, да, так как им удобна эта картина, они стараются это сохранить. Что мы получим, да? Мы не получим ничего хуже, чем есть сейчас. Да ладно, как? Ну смотри, вот есть прекрасный фильм, да? Старый фильм, там Шона Коннери и... Зита Джонс, Кэтрин Зита Джонс, по-моему, называлась она, западняли как-то так, они воруют там 8 миллиардов так. И делят их еще заранее, значит, так. И, значит, она его пытается объегорить там, и он говорит, расскажи мне, пожалуйста, что такое ты сможешь сделать за 7 миллиардов долларов, что не сможешь сделать за 6? Очень хороший вопрос. Сейчас у нас 17 оппозиционеров, что они могут сделать? Если дело будет 40, ну, их будет там 7, скажем, человек. Что такого они не смогут сделать, что они смогли сделать сейчас? Ничего. Они все равно будут в меньшинстве. Что изменится-то? Анна, что изменится? Не знаю. Меньшинство меньше... 17 человек, которые ни на что не влияют. Даже если все дружно уйдут, правомочным останется ЗАГС Собрание, да? Либо это будет 7 человек, они также ни на что влиять не будут. Подождите, у меня вообще из нашей вот сейчас беседы вывод рождается следующий. То есть вы считаете, что вот это все возня в песочнице и не стоит тех копий, которые ломаются вокруг Нет, этого вопроса? Нет, понимаешь, те люди, которые копья ломают, для них она что-то стоит, скажем так. Если сейчас, условно говоря, некая партия, которая якобы оппозиционная, ну, системная оппозиционная партия, да, имеет 4 человек, да, и, условно говоря, 2 из этих товарищей — это представители партийного руководства, а 2 — это бизнесмены, которые обеспечивают победу представителям партийного руководства. И за это проходят... Поддерживают партию во время выборов. Поддерживают партию во время выборов, и за это получают свои мандаты. Да? Соответственно, партии это выгодно. Если только это сократится в 2 раза, то приток денег уменьшится в 2 раза. Поэтому тут понятно, почему люди недовольны. Партийная касса пустеют. Нет, люди, которые идут в ЗАГС Собрание, понятно, почему недовольны. А остальным-то жителям области? А кто из жителей области, собственно, по этому поводу бузит, я не слышал. Я не слышал, чтобы в области кто-то вообще обсуждал этот законопроект. Все давно махнули рукой, потому что ничего ж не изменится. Все же прекрасно понимают, что сейчас
я боюсь наврать, но у меня такое ощущение, что у нас оппозиционные партии, так называемые, когда выходят своими законопроектами, да, они очень много о них говорят, но ни один из этих законопроектов в итоге не проходит. Потому что их 17 человек. Получается так, что они вводят общество в заблуждение. Зачем они говорят о каких-то вещах, что мы добьемся того-то? Они заранее знают, что они этого не добьются. Здесь просто будет меньше этого шума. Тогда у нас вообще, получается, нет никаких рычагов воздействия? Я еще раз говорю, для того, чтобы у тебя были рычаги воздействия, надо избираться по одномандатным округам в том числе. Надо биться, бороться и получать места в Думе. А кандидаты-то есть биться и бороться? Вот это уже второй вопрос, потому что те кандидаты, которые сейчас, они, похоже, уже не способны никаким иным путем, кроме как по спискам попасть. Ну, не все, опять же. Большая часть? Большая часть. Потому что я говорю, что очень много ноунеймов в парламенте, да, которые, ну, я просто не представляю их на открытой площадке, которые бьются там с людьми там уровня того же Гущина, скажем, да, или там, ну, кого угодно можно назвать. Давайте дебаты вернем. Вот. Они мало что дадут. Потому что обеспечивает ведь как? Ну, если я человек, если я работаю на этой территории, вот я живу на этой территории, и меня обеспечивает работой, скажем, гражданин Н, то я за гражданина Н и буду голосовать, потому что он меня обеспечивает, он мне дает уровень жизни. Я вижу перспективу в его развитии. А ко мне приезжает некий товарищ, которого я не знаю, который в этом моем округе ничего не имеет, ничего не делает. Зачем он мне нужен? И здесь еще опять вопрос встает, опять же, вот очень многие люди, особенно в бизнес-среде, я иногда смотрю вот эти всевозможные чаты, там группы, где бизнес нас общается, они, конечно, ворчат по этому поводу, но никто из них почему-то не хочет участвовать в выборах. В качестве кандидата? Да. Как-то вот, как бы кто-нибудь другой этим занялся, и чтобы там все стало хорошо. Это меня очень напрягает. Наши активисты, наши урбанисты, там все кто угодно, почему нет? Они довольно-таки уже успели... Ну, то есть люди имена на слуху, имена люди примелькались. На слуху, они делают определенные добрые дела. Ну, почему бы не попробовать, в конце концов? Только так ведь можно что-то изменить. А как еще? Вы верите в то, что это реально? Если человек с определенным бэкграундом и репутацией... Я еще раз говорю, вот у нас город Томск, где все это совершенно реально. Где у нас какой еще город в России, где родина вообще победила, да? Забыл где-то в центре. Забыл название. Я не помню. Просто ну, Хабаровск победила, там, да, да, СЛДПР, да. Нет, это где-то в центре России, типа Пскова или не помню точно. Просто взяла и победила, да. У нас хорошая, кстати, родина в Кирове. Почему нет? Они вполне могут пройти по одномандатным округам. Их знают. Там, я понимаю, что там много на них бросают всего, да. Но, как говорится, сухое дерево не плодоносит, раз что-то делается, соответственно. Поэтому в них и камни летят. Поэтому я не вижу в этом ничего вообще в этом законопроекте. Да, безусловно. Здесь в том числе есть финансовые интересы Единой России, потому что место в их списке станет дороже. Ты понимаешь прекрасно, да, что у них больше шансов. У них станет дороже место в списке. В этом есть финансовый интерес. Но для говорить, что это некая угроза, прости за слово, демократии в Кировской области, я бы не стал. Ее нет. И таким образом, вот добавляя, я говорю, давай сделаем 70. Если все равно не одномандатные непобедимы, ну, то есть, какая разница? Если соотношение сил не изменится, то соотношение этого не изменится. То есть либо надо биться и ломать ситуацию, либо надо поднять ручки вверх, а тогда какая разница, 40 вас человек там или 10, чтобы, извини, проголосовать за очередной правительственный законопроект, сколько нужно человек? Там, мне кажется, троих хватит. Тут еще такая история. Я все-таки хотела бы вот завершить чем. Прогноз ваш пройдет сразу два чтения за законопроект? Пройдет. Конечно. Большинство единороссов они проголосуют. Это уже тем более наш лидер нашей партии, губернатор Игорь Владимирович Васильев, уже одобрил эту инициативу. То есть никаких возражений нет. То есть, несмотря на то, что оппозиция будет голосовать против. Ну, хорошо. Единая Россия им компанию не составит. Я просто напомню, это же изменения в устав Кировской области вносятся. Да. И там для того, чтобы их принять, надо две трети депутатов. Это 36 голосов, а во фракции Единой России 37 человек. Вот, так что все нормально там, спокойно. Ну, правда, если вся фракция придет, но им сейчас дистанционно можно голосовать. А там вообще, по-моему, будет это голосование как-то с использованием ВКС, видеоконференц-связи. Ну, тогда, я думаю, даже те депутаты, которые давно уже в Кирове не живут, они тоже смогут кнопочку нажать, и все будет нормально. Все будет нормально. Не знаю, Николай, как-то вот Анна, вы... ну вот мы вы, опять же, вот опять как-то... же мы с вами до эфира насчет той же оппозиции говорили, но вот смысл иметь вот этих людей, когда, скажем, когда идут какие-то коренные вопросы связанные, да, вспомни тоже голосование по правкам в Конституцию. Где была наша оппозиция-то?
Кто у нас проголосовал против? Коммунисты, по-моему. Они не воздержались случайно? Не помню. Я помню, что они не голосовали за. Ну вот, вот что-то в таком духе. А где у нас вот, где, что за оппозиция, черт возьми? Какая она оппозиция? Где она? За что мы тут сидим с вами уже 15 минут говорим? За чьи интересы? Вот. Зато будет более понятная, более простая работа парламента. Пришло законопроект, подняли руки, потому что он свой. Подняли руки, проголосовали. И никаких иллюзий у населения не будет, что они что-то могут сделать лучше. Через иллюзии депутат. Опасные, да. Николай Голиков. Люди давно, кстати, депутатам-то не обращаются. Ты обратил внимание? Не знаю, мне кажется, с одномандатниками-то как раз работают люди. С одномандатниками работают по мере того, что они там живут. Там вот, вот это есть. А так, вообще-то, по-моему, прекрасно депутатов в социальные сети заменили. Есть депутат, нет депутата. Есть социальная сеть, написал свою жалобу, она попала в прокуратуру. Это гораздо более действенно, чем ждать, пока депутат твою же жалобу направит в прокуратуру. Понятно. Продолжаем с главным редактором журнала «Товар, деньги, товар» обсуждать текущую повестку. А, собственно, теперь уже к городской думе переходим. Депутаты городской думы раскритиковали установку новых контейнерных площадок в Кирове. Ну, там было несколько замечаний. Из разряда выходит на проезжую часть, высокие слишком, да, сложно скатывать контейнеры, еще что-то. Я могу привести пример своей контейнерной площадки. Значит, это угол Азина и Зерендяева, где новую контейнерную площадку воткнули в грязь. То есть от контейнерной площадки до асфальтированной дороги надо пройти 1.5 метра по вот жуткой совершенно чаче. Я не знаю, там прокуратура, инспекторы Ленинского тероуправления могут съездить и убедиться. Я сегодня утром специально проехала, видела свою соседку, которая пробиралась на цыпочках просто, чтобы выбросить пакетик с мусором. Та же самая история у нас на даче. Это съезд от остановки улицы Песочная в сторону Слободы-Рязанцева. Там грунтовая дорога совершенно в жутком состоянии сейчас. И если она еще подвергнется атаке мусоровозов возле этой контейнерной площадки, от нее вообще ничего не останется. Не, ну, у нас сейчас тоже весело. У меня угол МОПРа Свободы, там поставили новую контейнерную площадку. Она, безусловно, высокая. То есть там дети, знаешь, эти, которые прыгать-то любят. Вот, да, да. Хорошо, да. Прыгают. Там где-то ну, 20 сантиметров, наверное, высота над уровнем моря, соответственно, а контейнеры стоят на другой стороне улицы. Но самое интересное, что, как и раньше, подход к этой площадке с проезжей части. Строили за бюджетные деньги это все? Значит, там где-то вот 50 сантиметров есть расстояние до площадки от проезжей части, но чтобы на эти 50 сантиметров прийти, надо либо опять же по той же чаче, либо по проезжей части. Вот. А сейчас другие контейнеры рабочие, которые работают, их нельзя туда ставить, потому что высоко, они стоят на другой стороне улицы, и то есть ты в любом случае стоишь на проезжей части, это очень весело. Зачем тратили деньги? Эмоции с утра такие, выносишь мусорок, и тут же заодно взбодришься, потому что уклоняешься еще от проезжающих. На 533 площадки зачем потратили деньги? Ну ведь дело не в том, что зачем потратили, понимаешь? Деньги у нас ведь тратятся не зачем, они тратятся кому, скорее вопрос. Что значит кому? Они в интересах жителей должны тратиться, ой-ой-ой, Николай. Ань, да господи боже мой, да что ж такое тебя... Уже сколько тебе годиков-то вчера много. Исполнилось? Много. Да немного, ладно, но все равно, ну какая же ты вот... Деньги наивная? Направляют... Конечно, наивная, безусловно, наивная. Ровно тебе ребенок. Деньги направляются никуда и не во имя чего-то, они направляются к кому? К какой-то конкретной организации, которая деньги освоит, взаимовыгодно ли того человека, который их туда направил. Только так. Подожди, да, у нас реформа чистоты, как называет ее Игорь Владимирович Васильев, наш губернатор. Задумайся над выражением реформа чистоты. Чистота — это понятие абсолютное. Ее нельзя реформировать. Она либо есть, либо ее нет. Если начинаем реформировать чистоту, получаем грязь. Ну вот так и вышло, Николай. Вот, у нас это и происходит. Почему мне очень смешит это выражение? Потому что я понимаю, я уже где-то тут прочитал тоже, что, значит, барышням неприятно, когда про отходы с ними разговаривают, да? Но, извините, реформируем-то мы систему обращения с отходами. А чистоту реформировать не надо. Чистота, она чиста. Если мы реформируем, я еще раз повторяю, мы получаем грязь. Поэтому это не реформа чистоты, это реформа мусорная. А она у нас, извините, чем дальше наблюдаю за ней, да, тем больше удивляюсь, потому что она у нас идет вообще без руля и без витрил. Вот так вот, знаешь, каждый день новости, каждый день интересные. У нас там нет случайно перерыва на обед? У нас есть перерыв на обед, на рекламу, точнее, на 1.5 минуты. Ну, давайте мы сейчас это сделаем и вернемся. Хорошо. Особое мнение на 101 FM.
Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар», наш коллега сегодня в студии. Мы продолжаем с ним разбираться в недочетах по контейнерным площадкам. Депутаты предъявили городским властям вот эти вот вопросы по поводу того, почему, собственно говоря, деньги, которые потрачены на строительство 533 контейнерных площадок, теперь уже вместо там заказа, по-моему, на 54 площадки было больше, да, изначально. Почему они потрачены не с умом, а непонятно как? Ну, во-первых, депутаты наивные люди, они с этим сталкиваются очень часто, между прочим, с тратой не умом, а непонятно как. А что здесь произошло? Ведь, смотри, получается очень интересная штука. Там на 54 больше должны были построить, да? То есть расчет денег шел, да, что вот на такое, ну, условно, на 580, условно, я не помню. 590 почти. Площадок. Каждая площадка стоит столько-то, и вот такая работа должна быть выполнена. Сейчас мы за эти же самые деньги получаем 530, да? Это примерно как ты в магазине покупаешь килограмм, а тебе 600 граммов насыпают и говорят, будь доволен за твои деньги. Да? Кто за это платит? Ну, опять же, тут мне очень понравилось высказывание вот этого в Рио хабаровского губернатора Дегтярева, который очень тут недавно наконец-таки объяснил доходчиво людям, что никаких наших денег нет. Есть как государственные это? Деньги. Да здрасте, пожалуйста. Вот так вот он сказал. А как и же там деньги, власти у народа, он сказал, тоже никакой нету. Вы, говорит, читаете Конституцию, вы источник власти. А власть-то, говорит, она там в Москве сидит. Ты еще не читала пока эти новые нет, первые? Нет, нет. Вот. А он по-честному сказал. А, ну, правильно, он простой есть. Хабаровский в Рио губернатор. Он сказал по-честному. Никаких ваших денег нет. Есть деньги государственные. Поэтому говорит, что за нас счет что-то там построили. Не-не-не. Не. Слушайте, вам как кажется, вот эти вот недочеты устранят или нет? То есть считается же, что вот эти 54 площадки, которые не построили, и средства, которые на них не потратили, как раз на устранение недочетов направят. Я о чем тебе и говорил, что нам вместо килограмма 600 граммов продают так. За те же деньги. Так. Это уже раз. А во-вторых, я не знаю, когда эти недочеты будут исправлять. Вообще-то уж мухи белые летают. А у нас вот та же площадочка, про которую я говорил, uh-huh. Она уж месяц-два в таком состоянии стоит. Ну, боюсь ошибиться, ну, полтора. Ну, у нас полтора стояла, с контейнеры стояли на старом месте, к ним, слава богу, можно было подходить. Теперь вот их завезли туда, где они стоят, под крышей. Ну, там вот я пока не заметил. Ну, мусор там выбрасывать вот, невозможно. Было эти, ну, не знаю, 15-20 сантиметров там над уровнем моря. Вам-то пообещали, вам-то съезды сделают металлические скаты для этих контейнеров. Не нам, а им, контейнерам. Мне-то эти скаты не нужны. А слушай, если там еще, извините, скаты сделают, они как раз на дорогу выползут. Это можно, вот что интересно. Можно будет на санках кататься. Там и так, вот, на самокатах там прыгаю пока. Понятно. На самокатиках. А, кстати, вообще, я тут слышал, там рядом еще киоск овощной, и иногда закупаюсь там. Бабушки сказали, что здесь остановку построили общественного транспорта, что автобус пустят. Ага, то есть это остановка. Они долго ждали, что там будет, и когда поняли, что ничего там не происходит, они, видимо, решили, что, видимо, остановка ждут, когда автобус пустят. То не только Варламов посчитал, что кировские остановки похожи на контейнерные площадки. Варламов точно посчитал, потому что наши контейнерные площадки похожи на остановки. А раз там больше ничего не делают, значит, будет остановка. А что же еще-то? А баки уже давным-давно стоят напротив, все уже к этому привыкли. Я все равно не понимаю, как можно воткнуть контейнерную площадку в грязи и не сделать к ней ни подъезда, ни подхода. Ты говоришь о том, что якобы кто-то делал тебе контейнерную площадку. Ну да. А на самом деле кто-то просто исполнял муниципальный контракт или какой там, или государственный контракт. Это очень разные вещи. То есть если подойдешь к нему и будешь проверять, то там сделано все, что входит в опись. Он все выполнил по науке. Заплатите мои денежки. А вот то, что ты говоришь... А то, что стало хуже, нет. Чем было, это как бы не проблема исполнителя. Кому стало хуже? Не ему же. И не заказчику, и не исполнителю. Никому из них хуже не стало. Они отчитались. Контейнерные площадки новые построены. Деньги потрачены. Но здесь уже не сказать, что эффективно, потому что все-таки промашка вышла сильная довольно-таки. Вот. Тем не менее, они все выполнили. Все, не придерешься. Что сделать, не придерешься. Нет, не придерешься. Никто и придираться-то не будет. Печально в таком случае. Ладно, едем дальше. Еще одна тема, которая вызвала, скажем так, недоумение депутатов городской думы, это разработанная стратегия развития, социально-экономического развития Кирова до 2035 года. И много было к ней вопросов. Называют документ нереальным депутаты Кировской городской думы. И я так понимаю, что не только они, то есть у нашего уважаемого эксперта Азиза Агаева много вопросов к документу в части там, инвестиций, вообще возможности привлечения инвестиций в наш регион, а инвестиции предполагаются этим документом, там много чего еще предполагается, тоже будет обсуждаться в ближайшее время.
Ну, здесь я бы разделил две вещи. Вот сама по себе стратегия — это просто документ обязательный, который нужно принимать, и который после того, как его примут, будет положен в стол. У нас не первая эта стратегия и не последняя. А зачем тогда мы деньги, опять же, тратим на ее написание? А так положено. Есть законодательство, которое предусматривает, что каждый регион, каждое там муниципальное образование там должно принимать определенную стратегию с периодичностью раз в столько-то. Причем там должно проходить общественное обсуждение. Все. Ну, очень много всех вещей, не буду у них останавливаться. Это очень дежурная вещь, которая никогда не исполняется. И вот ну, кто-нибудь сейчас помнит по предыдущую стратегию, что у нас там было написано? Никто не помнит. Очень давно все забыли, очень быстро, и про эту также точно быстро забудут. И иногда ее вспоминают, когда, вот, например, нужно какое-то решение продвинуть, может быть, не самое популярное или что-то еще, то находят в стратегии какой-нибудь абзац, где написано, что вот мы там собираемся делать вот играть в соответствии со стратегией, мы сейчас, значит, вот этот парк снесем, поставим здесь, значит, жилой комплекс. Вот тогда вот она пригождается. Во всех случаях про нее забывают. Тот вопрос, который Азиз Алиевич поднял по поводу инвестиций, это реально очень больной, серьезный вопрос. И Азиз, конечно, сильно удивился тому уровню, на котором этот вопрос рассматривался, даже в том числе депутатами Гордумы, хотя многие из них люди крайне подготовленные, умные, должны понимать, что инвестиционный процесс, так как он описывается в стратегии, и так как он должен происходить, на самом деле эти очень две разные вещи, да, они должны по-разному оцениваться, по-разному происходить. Тут еще незаметным один документ прошел интересный. Походу, еще у нас глава нашего города, как его сейчас, господин Серые Заборы, да? А, Дмитрий глава Осипов, администрации, глава Дмитрий администрации, Осипов. Да, Дмитрий Осипов подписал документ, которым утвердил инвестиционный паспорт города Кирова. Что-то как-то его вообще не обсуждали публично. Так я и говорю, что он просто его утвердил, и все. Я его почитал. Ты знаешь, вот не будучи крутым специалистом в области инвестиций, я просто получил удовольствие, потому что до такой степени смешно. Что дальше то есть... некуда. То есть, судя по этому документу, я-то думала, у нас что все хорошо. Так хорошо. Это знаешь, как в той песне про лесорубов было, да? Нам влюбиться просто пара пустяков, да не едут к нам девчата. Ага. Да. Здесь то же самое с инвестициями. 37 холостяков там рубят сосны в три обхвата, так. Им влюбиться просто пара пустяков, там не знаю, в кого, но едут к ним девчата. Да. Интересно. А к нам инвесторы не едут. А к нам почему-то, вот непонятно, не едут. У нас все до такой степени здесь хорошо. У нас здесь есть то, у нас есть здесь все. Правда, я вот, почитав внимательно, представил себе инвестором, понял, что кто-то сюда не поехал. Потому что то, что там написано, это не инвестиционный паспорт, это антиинвестиционный паспорт. А если посмотреть, такая гордая есть вещь, инвестиционные проекты, реализующиеся в городе Кирове, там 15 проектов, которые реализуются, из них 9 реализуют наши уважаемые коммунальщики. Так. То есть это... Т-плюс и, соответственно, Кировская теплоснабжающая компания. Так, 9 из 15. 9 из 15. Причем не надо забывать, что эти инвестиционные проекты реализуются за чей счет? За тарифный. То есть там есть инвестиционная составляющая, которую вот в данном случае мы платим. Ага. Тут ничего не оспаривают. Здесь уже никто не оспаривает, что это наши деньги. Это здесь, ну, они прямо так вписаны в тариф. Инвестиционная составляющая. То есть мы ее оплачиваем. Как мы оплатили вот полигон 80, так же точно мы оплачиваем вот эти инвестпроекты. То есть инвестиции-то здесь не сторонние и даже не какие-то, это просто наши с вами деньги. То есть мы тут сами себе инвестируем, понимаешь? Так же, как у нас строительная отрасль там на 10% сама себя инвестирует, потому что за счет этих самых товарищей. И то есть, когда посмотришь, кто у нас реально-то по инвестициям работает, да? Там, да, три предприятия свои проекты реализуют за свой счет. Там очень хорошо, конечно, мне понравилось Искош, он за счет, значит, фонда там развития промышленности, я не помню, как он называется. Вот. Прекрасные проекты. Все. Все остальное — это у нас жилкомхоз, который инвестирует нашими деньгами. А иногородние-то инвесторы есть? Бойся Бога. Нет? Побойся Бога. А зачем тогда нам стратегия? Инвестиции, возвращаясь к первому вопросу. Здесь вот в чем совершенно абсолютно прав Азиз. Люди, которые составляли эту стратегию, но я понимаю, что они составляли ее именно абы как, потому что она, документ неважный, несущественный. Но если речь идет на самом деле о привлечении инвесторов, а это очень важная вещь, без инвестиций город мертв. Это будущее наше, да, то есть то, что инвестор, который приходит сегодня, на него молиться надо, потому что он нам наше будущее обеспечивает. Вот. А у нас к инвестору отношение такое, что он должен нам наше сегодняшнее обеспечить. Вот в чем беда. Соответственно, к нам инвестор не придет, потому что вот здесь первым делом оберут как нитку. Печальная история в таком случае. Вот. И этот риск, один из тех рисков, да, у нас все-таки регион очень с небольшим инвестиционным потенциалом, на самом деле, регион и город. Если вот есть же таблицы там минфиновские все, где инвестиционный потенциал просто просчитан в цифрах. Мы находимся где-то внизу
потому что у нас особо нечего такого, нет ничего. Во-вторых, еще чем плох этот документ, я уже про паспорт опять же говорю. Ты знаешь, вообще мы живем в 21 веке, и там нет ни слова про информационные технологии. Вообще? Вообще. Там нет про это. А как так? Я не знаю, как так. Хотя многие считают, что Киров очень развит в этом отношении. И это, может быть, было бы как раз и привлекательной чертой. Понимаешь? Нет, у нас такого, там такого выражения нету. Я не нашел его, по крайней мере, я долго искал. Понятно. То есть, видимо, разработчики все-таки этого документа... Да их переписывают, они... эти документы из года в год, из десятилетия в десятилетие, берут это... за основу. Понятно. И все расчеты ведутся. То есть там все время экстраполируют. Вот как мы развивались там те 5 лет, да, мы, наверное, так же будем развиваться сейчас. Давай мы это приплюсуем. Сколько нам там 100 тысяч насчитали, да? Зарплата будет за 15 лет. Ну, вот они просто посчитали, как она у нас увеличивается. Знаешь, за это увеличится на 100 тысяч. Этот документ, сколько который... Сколько будут стоить продукты, никто не посчитал. Как такового серьезного анализа он не предполагает. Никто этим там не занимался, никто не просчитывал. Вот вернувшись к инвестициям, те же риски, тот же потенциал, никто не просчитывал, не смотрел. Это же надо большое исследование делать. Понимаешь? И это исследование будет... И результат его может оказаться таким, который не понравится заказчику, то есть главе города. Понимаешь? А зачем это кому нужно? Они же такие же точные исполнители. Они выполнили госконтракт, получили деньги и уехали. Это мы сейчас про тех разработчиков, конечно, говорим. Конечно, конечно. Они отработали, все нормально, все. Он правильно сказал, мы можем эту стратегию продавать там другим городам, потому что, в принципе, она ко всем годна. Такой как бы пилот, да, получается? Так она не то, что пилот, это просто вот, знаешь, такая бумажка, которая ко всему подойдет. Любой дыре затычка. Прекрасно. В любом городе можно какие-то циферки подтасовать, что-то там чуть-чуть подправить, совсем, да. И все. Мне кажется, машинным способом. И будет работать. Угу. Фабрика по производству стратегий развития социально-экономического. Это тоже бизнес. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар» в нашей студии. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Что-то как-то нерадостно жить, Николай, честно говоря. Да, еще мне кажется, наоборот. Да? Мне очень нравится термин сейчас такой. Мы живем в эпоху турбулентности. Это уж такой официальный термин. Значит, эпоха перемен нас... это раньше называлось? Да, сейчас у нас нет, нельзя перемен. Какие перемены? У нас никаких перемен до 36-го года. У нас турбулентность. Ага. Турбулентность и наслоение такое. Эпоха турбулентности и 2 голодных года. И вот мне это сочетание очень нравится. Мне очень интересно, что же будет дальше. Так что, Аня, зовите меня. Хорошо, посмотрим. Николай Голиков, спасибо большое. Особое мнение на этом заканчивается. Особое мнение на 101 FM.